В принципе, углеводы с белками можно. Каши с мясом. С каши курицей, с мясом, рис. Макароны по-флотски. Макароны по-флотски. Я со звуком пишу, Наташа, это не просто видео, я же со звуком. Это мой вес бывший. Не давала расслабиться. Оля, специальный отсек для груди в рюкзаке. Очень интересное, да. Конструктивное решение. Естественно. Как говорят индейцы, хорошая методика. Кстати, Ирина, возьмите, вы хотели методику. Да. У индейцев была методика такая, мы есть, наверное. Мы любимые методики индейцев, да? Нахуа мне это надо? Я же поняла, что вы говорите. Сесть, дыхание, вдох-выдох, нахуа. Ин, а что ты делаешь для того, чтобы наши девочки похудели в проекте? Ну как же, я всех встречаю, улыбаюсь и приглашаю в зал. А потом просто закрываю дверь, чтобы никто не вышел, пока не похудеют. Ир, скажи, пожалуйста, зачем тебе это надо? Да, надо-то и все. А тебе зачем надо быть красивой? Скажи, тебе-то зачем? Что за вопросы? Я просто переживаю, если ты будешь... Скоро 6! Скоро 6, Тань! Больше никакой 5! Давай, только ты сильно не впахиваешься, иначе так можно похудеть вообще-то. Аккуратненько. Все, покажи еще раз мне, как женщины делают вот, ритуалы. Вот так вот женщина намазала и смотрит такая, смотрит себе в зеркало. Вот это и вот это одинаково. Все. Тань, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, наши девочки в проекте похудеют? Оля, держи ножку! Девочки, без вариантов, похудейте. Это видео, Свет. Втяни живот, тебе девочки показывают. Вот так вот. Ваку, Света. Ника, что у тебя там в горошек? Макароны, молодец. Нет, это кальмар. Да я шучу, господи, шучу, слово сказать нельзя уже. Аля, слушай, скажи, пожалуйста, девочки в проекте похудеют? Вопрос не поняла. Ну, девочки в проекте смогут похудеть, как думаешь? А у них есть выбор? А, нет, выбора нет. Лиля, тебе тяжело вообще-то, чтобы ты знала? Ты идешь, порхаешь прямо таки. Что ты как глупая, ты все детские жизни так не отмечала. Наташка подпрыгивать будет? Я тоже хочу. Подожди, подожди. Держимся за трос. Нам тяжело. В кадре должно быть тяжело. Вот так? Ну, да. Ты иди озвучку. Бросьте меня, идите дальше. Это все обман. Это я вырежу. Есть заковырка в чем? Все так было бы так классно, да? Подойди, скажи, обними меня, пожалуйста, все. Кого-то сейчас меня обнимут. Но только я еду в топике, и ты кругом одни мужики, да? А еще часто положительное поощрение какое-то, да? Ты молодец, на тебе мороженое. Вместо того, чтобы сказать просто, ты молодец. На тебе сельдерей. Уже съемка идет, поплыли девочки. Ну ходите, что вы на одном месте-то стоите? Вообще вот так плавают. Девочки, не танцуем, плывем. Лен, вот, что случилось? Вот что значит прийти на тренировку лично к Наталье Камзоловой. Обувь не выдерживает, не то что люди. Значит, результат не заставит себя ждать. Надеемся.